Какая подозрительная кабинка. Здесь написано «человечек войти». А здесь человечек приплюснутый. Возможно, сюда заходишь, и тебя прессом чипокс, и все, и придавило. Ух ты, кабинка! Рита! Рита, тебя... Эй, тук-тук! Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Тук, ты можешь выйти? Нет! Ладно, тогда я попробую. Зайду сюда, и тебя выкинет оттуда. Меня здесь приплюснет. Жертвую собой ради дочки. Ставь лайк! Ой, нас обоих заперло! Это гробы стеклянные! Ой, что происходит? О! Ой! Рита, у тебя хвост? Ой, что это такое? Папа, это веревка! А, веревка? А я в тележке, у меня тут написано тормозить. Ой. Оп, шш, торможу. Ой, прикольно. Так, тащи меня, давай! Я могу катать! Кати меня, а я могу тормозить. Как тянется, тяжело, когда я торможу? Да, тяжеловато, давай не тормози. А если я угрохну? Смотри, меня в бок сносит. Меня унесет тоже, ой, тут лужа. Ой, ты споткнулась. Рита, хватит, у меня тележка разламывается. Аккуратней неси. Хорошо. Аккуратней будь. Постараюсь. Рита! Рита! Опача. Так. Это интересно, пошли скорее, теперь поменяемся ролями. Да, давай, ты заходи. Теперь я. Заходи. Отлично. Поехали. О, я нормальный водила. Буду нормально тебя тащить. А не то, что ты меня там вообще просто куда-то швыряешь. Тормози давай. Тормоз жми. Ты на меня наехала. Это не я, а это тележка. Ты переехала мне ногу. Ну так, это ты. Ну тогда я буду. Да опять ты меня сшибла. Ты тормоза умеешь вообще включать или что? Хорошо, я буду вечно тормозить. Тормози вот так вот, да. Так, тащим, тащим, окей. Я даже управлять не могу этой тарелкой. Ой, да, мы... Выломали что-то мы. Ну, это еще тарелка. Нет, тормоз... Это не мы выломали, а нам выломили. Мне выломали. Да, тормоза отпусти пока чуть-чуть. Отпустила уже. Ой, едь назад. А, фу. Да я не могу ехать. Все. Оу, 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 притормози. Тормози, есть. Я не умею ехать, тут вообще не могу. Отлично, тормози, тормози, тормози. Так, ладно, сейчас сюда. Тормози. Я не могу. У тебя тормоза же есть, во. Да, ну так быстро. Все. Сейчас надо проскочить камень. Зеленый светофор. Проезжаем. Отлично. Фух. Мы проехали камень. Так, ну давай дальше. Так, 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 так. Готовься притормаживать, если что. Я и так притормаживаю. А, ты хорошо притормаживаешь. Ладно, тащу. Стоп, 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 стоп. Есть! Мы дошли до чего-то, дошли. Давай, так. Выломаем. Давай, сейчас я разгонюсь и тобой. Ту-дуф. Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Интересные футболки и другая одежда с принтами, двойной цвет. Вот такая раскраска с нами на всю футболку. Вот такая раскраска, яркие желто-зеленые цвета. И вот такая черно-белый принт. Футболка, кругляшочки. И вот такая оригинальная называется «Фокус». И она с оптической иллюзией. Надписи Roblox в реальной жизни будут видны 3D-эффектом. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так – papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. Папа, разгони тележку, надо врезаться. Ладно, сейчас попробуем. Так, разгоняю. Есть! Ура! Эпизод второй. Так, разгоняйте. Погнали, погнали. Ты, главное, возле краев. И зачем ты в горку затормозила? Что я их затащу? Возле края тормози. Вот, 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 вот. Тащу, 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 тащу. Отлично.
Опа! Оп, давай! Фух. Так, ты меня переехала, сейчас. Зеленый свет, тащи меня, давай! Зачем ты остановилась? Камень! А, ты остановилась, молодец, камень. Красный свет, ждем. Фух, ребята, на красный нужно стоять. На зеленый идти. Мне тут классно кататься. Желтый, зеленый! Папа! Сейчас! Так, все, бежим! Давай! Разгоняем! Ты зачем остановилась? Тебе надо в ту штуку врезаться. Так тебя унесет на край. Надо, ладно, чтобы ты управлял, нельзя, чтобы ты не управлял. Ты тыщ, а тут надо поменяться походу теперь. Ай, наверное. Ну давай. Заезжай мной. Нет, не туда. Сюда? Да. Ты сюда? Сейчас. А я сюда. Я не заехала. Сейчас завезу тебя. А у тебя горит зеленым, когда я тут. Наверное, тележку завести сюда. Нет. Да. Да, она загоняется зеленым, когда ты тут. Надо так... хорошо завести. Да, я плохо тебя завожу, так. Есть! Что происходит? А, открылся мост! Мост открылся, смотри! Мы не поменялись местами. Поехали, пока мост открыт. Давай. Пока все чики-чики. Чики-чики-дрики. Так, тут, мне кажется, я сейчас упаду. Оу! Я упал, сейчас. Так, сюда. Вот так. Чики-дрики, я повесился на веревке. И что делать-то? Что делать? Помогите! Я не знаю, что делать! Делаем рейсит! Ты думаешь? Да. И... давай телепорт один. Так, попробуем отправиться. Давай вот здесь. Так. Давай, да. Захожу. И я тоже. Чекпоинт один. Что, с самого начала? К сожалению, да. Да ладно, сейчас попытаюсь. А ты спин не сделал. Спин, ладно. А, уже поздно. Ладно, понеслись. Все, ты там. Я просто пру вперед, а ты контролируй тормозами, чтобы не улететь. Ну, можешь иногда меня сбивать, ладно. А это ты просто что-то споткнулся. Сейчас я тебя вот сюда затащу. Я нажала не туда! Вот, смотри, можешь спин делать не бесплатно, но Вививи дали. Вививи бесплатно? А мне? Супер брейк. А, это типа супер тормоза. Ну, сейчас тележка я. Давай, будь тележкой. Садись. Хэр, давай, магия, мы полетели. Все, несусь. У-ху. Так, контролируй, чтобы не вылететь, как в прошлый раз. А то ты улетучилась, и нас с тобой вместе улетучила. Так. Мы будем в непонятный момент тормозить. Тормози, да, постоянно. Ну что ты тормозишь постоянно? Все, тащу тебя. Так, давай, камень, стоп. Отлично, проскочили. Угу. Вырубила своего папу. Что ты творишь? Нет. Это нас унесет. Давай, тащи меня, тащи. Есть. Только не прыгать. Ладно. Нельзя прыгать. Все, прыжки отменяй. Потому что тут ты легко улетишь. Держи! Я победила! Ребята, подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока!